grand just to see you dance. Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня вышло новое событие, которое называется «Выходные Альфа», которое продлится 3 дня, и надо выполнить 3 задания в бункере Альфа. Ну, собственно говоря, как и было в прошлый раз. Тут урон от Клаша увеличен на 30%, надо убить 20 бегунов, 35 токсичных и любых зомби 130 штук. И мы получим за это 30 знаков отличия, чтобы открыть вот эти вот ящички. Как я и сказал, задания один в один, как и были в прошлый раз. Там даже именно по зомби то же самое. Придется зачистить, получается, второй, третий и, возможно, четвертый этаж, чтобы все 130 убить. Я уже не помню, как там было. Или только второй, третий. Ну, не суть важно. Я хотел сначала открыть ящики. Бункер я уже специально еще вчера открыл, чтобы у него откат был. А ящики еще не открывал. Может, что интересное там выпадет. Сишка, например. Калаши, например, которые нужны для выполнения этих заданий. С собой я их не брал. Ну, как по мне, это немного глупо тратить калаши. Да, это прикольно. Урон классный. Но калаши это реально перебор в бункере. Так особенно еще и альфа. В браво еще, да, тем была бы атака. Так, мне нужна скрытность здесь, и что бы взять, так вот, наверное, вот так вот, вот этих надо убить, так, о, ты не сагрился, это как, так, и третий ящик, что еще, этого надо зомбака убить, здесь там хороший, посмотрим, что тут, думаю, этого мне хватит на обычный режим, но гаечный ключ. Так, что у нас в этом ящике? Никакой сишки, никаких калашей. Две эмки, два глока. Ясненько. Второй ящик. Эмка и дробовик. Окей. А здесь что? Эмка. Блин, ни одного калаша не выпало. Ну ладно. В общем, сейчас я зачищу два эти этажа, если два надо будет. И потом посмотрим, что там за знаки отличия выпадет интересного. В этот раз пришлось зачистить все три этажа. Второй, третий, четвертый. Ну, задания где-то выполнились на половине четвертого этажа. Ну, в итоге зачистил все. Не оставлять же эти два ящика неоткрытыми. Мне показалось, что в прошлый раз мне хватало второго и третьего. Не знаю, почему сейчас так вышло. Не понимаю. В общем, задания это выполнились. Получается, что тут бегунов 20, токсичных зомби вот не хватало. Было 32 или 33, когда я второй и третий зачистил. Хотя, может быть, я какие-то комнаты забыл. Но зомби точно не хватало. 130 их там точно бы не было. Какую бы комнату я там не забыл на втором или третьем. То вроде бы все почистил. Хрен его знает. Может, их реально стало больше, этих зомби, которых надо убить. Так, ну, в любом случае, знаки отличия я заработал, поэтому можно открыть 6 ящиков. Так, награды. Открыть. Ага, ну тут стопудово прикормку заберу. Мне нужен топовый ящик. Угу. Тут крышки заберу. Третий ящик. Ну, топор, понятное дело. Четвертый ящик. Брикеты. Пятый ящик. Ух ты, йо. Блин, ну вы серьезно? Тут ультиматум, гранатомет и скин на рюкзак. Ну, заберу скин на рюкзачок. Почему бы и нет. И последний ящик. Хотя бы грена есть. Ну, зато все три скина я выбил. Ну как, этот у меня уже был, вот эти два я точно выбил. Пойдет. В общем, чтобы выполнить задание, вам понадобится буквально минут 30-40 и зачистить второй, третий, четвертый этаж. Больше там делать нечего. Ну, опять же, может быть, в тот раз это было быстрее, потому что я с калашами пошел. Хотя, да, может быть, я все три этажа зачистил. У меня калаши же были в тот раз. Я их использовал. Скорее всего, из-за этого. Ну, а на этом все. Надеюсь, ролик вам понравился. Вы оцените его лайком. Пока-пока. До скорых встреч.